Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу офигенный скрипт для Арсенала. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать свой личный чит. Также ссылочка на него будет в описании. И сегодня вышло новое обновление. Добавились быстрые команды. Они находятся вот в этой вкладке. Их всего лишь 5, но со временем их будет больше. Вот. И также, получается, два скрипта добавилось. Это Jailbreak и Arsenal. Арсенал, получается, вам сейчас покажу. Итак, для того, чтобы нам активировать скрипт, нажимаем Inject. Здесь полностью рабочий автоинжект. То есть, несмотря какой у вас Windows, несмотря какой у вас компьютер, автоинжект у вас будет работать. Так, все, мы заинжектились. Заходим в Script Hub и выбираем Арсенал. Так, вот он, наш скрипт появился. Значит, смотрите, телепорт, MedHood. Один. Получается, вы телепортируетесь назад к персонажу, то есть к врагу, и убиваете его в голову. Телепорт MedHood 2, вы телепортируетесь также, но убиваете его, получается, уже в туловище. А триггербот, это он за вас автоматически будет стрелять. Так, давайте заходим, допустим, за красную команду. Нажимаем телепорт MedHood 1. Так, не нажалось. Так, все готово. И, как видите, в принципе, все работает. Я всех убиваю в голову. Вот, как видите, все работает. Так, и давайте, получается, проверим другой телепорт. Это второй. Вот, как видите, все работает. А, смотрите. Я даже не заметил. Я когда до записи видео проверял, я думал то, что я тпхаюсь, а оказывается, они ко мне тпхаются, как видите. В принципе, все работает, все отлично. Ну, кстати, вот насчет этого я не знал даже. Но, как видите, это работает. То есть я ухожу, и за мной, получается, тянется персонаж. Ну-ка, на первом телепорте давайте чекнем. Так, а, получается, смотрите, а на первом телепорте я, наоборот, тпхаюсь к рогам. То есть не они ко мне, а я к ним. Так, давайте включим. Он что-то выключается странно. Так, все готово. Да. Получается, первый телепорт вы тпхаетесь наоборот к врагу. А второй телепорт, он, получается, тпхает к вам. Так, первый выключаем. И, как видите, все работает. Он ко мне тпхает их. Так, а с ножа я, походу, не достаю, да? Да, я с ножа почему-то не достаю. Странно очень. Так, а триггербот давайте включим. Значит, все-таки ошибся, триггербот это что-то другое. Либо же это тоже все-таки автоатака. Ну ладно, не суть, в принципе. Но с ножа, как видите, я достать не могу вообще. Хоть как буду пытаться, я не смогу. То есть это нужно выключать. И просто, получается, искать противника. Так, вот вижу кого-то. Так, не успел его убить. Так, ищем жертву нашу. Так, кого-то там видел. Так, почти зарубил. Все отлично. Первое место. Как видите, все работает. Все рабочее полностью. Скрипт будет в описании. А кому понравился этот видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был AceBan. Всем удачи и пока.